Именно конкурс позволяет раскрыть новые таланты, показать общественности уровень образования в городе. Здесь и сейчас подводит итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года 2015». Ведущие праздника называют участниц конкурса звездами, которые в своих коллективах горят сами и своей энергией зажигают идущих рядом. Глава города, открывая торжество, так и вообще называет участников конкурса интеллектом нашего города. Считает, что у нас все педагоги талантливые, но, к сожалению, с нашей новой системой образования не всегда время хватает для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, потому что, к сожалению, педагогов наших превращают еще и в чиновников, заполняя много документов. Хотелось, чтобы этого было меньше, а больше внимания уделялось детям, развитию, творчеству и самому профессиональному росту педагогов. Начальник управления образованием уверена, что значение профессиональных педагогических конкурсов трудно переоценить, ведь они проходят в такой сфере, как образование и воспитание. Они позволяют поднять престиж нашей замечательной профессии. Они позволяют раскрыть самые лучшие таланты. Они позволяют вам, уважаемые педагоги, поделиться со всеми нами своими наработками, своими мыслями, своими идеями, за что вам огромнейшее спасибо. «Какой он, современный учитель Полевского городского округа?» спрашивает победительница муниципального конкурса «Учитель года 2014» Оксана Мутыгулина. Но ответ знает и сама. Я хочу сказать, что наши конкурсанты действительно успешные люди. Аккумулируя все лучшее, что есть в педагогике, они становятся проводниками всего этого лучшего, что есть в образовании. И, наверное, не важно, кто сегодня победит, потому что 5 конкурсантов все, наверное, достойны одержать эту победу. Конкурс «Учитель года 2015» состоял из 2 туров – заочного, и вот его участницы. Сегодня они получают благодарственные письма и подарки от профсоюзов образования. Эти учителя находятся в постоянном творческом поиске. И вот, наконец, сейчас состоится награждение за очное участие в конкурсе. Члены жюри объявляют победительниц. Это те педагоги, которые из обычных уроков делают необычные, театрализованные и мастер-классы. Одна из участниц конкурса очень хорошо сказала о своей работе. «Я живу профессией, живу школой и живу в школе». По отдаче, собственно, и почет. 3 место заняла учитель истории Татьяна Козлова из школы номер 21. 2 место в конкурсе у учителя школы номер 8 Аллы Варламовой. И победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года 2015» становится Татьяна Вахмякова, учитель начальных классов школы номер 18. Всем 5 участницам очного этапа конкурса материальная премия от депутата Государственной Думы Зелимхана Муцоева. Оставлю небольшую тайну, что находится в этих конвертах, но скажу одну общую фразу. Общий фонд составляет 100 тысяч рублей от депутата. Ольга Фролова, Константин Миронов, новости Полевского.